Всем здравствуйте! Сегодня 20 февраля, и мы будем садить мирабелис, как я и обещала вам показать, как я сажу это растение. Вот у меня уже есть два таких росточка мирабелиса. Как я уже опять же говорила, что вот такой вот цветок. Он распускается в сумерках, когда нет яркого солнца. Имеет очень приятный запах. Растение от 60 до 80 сантиметров. Очень такой прелестный колокольчик. Вот и сейчас мы его будем садить. Что для этого нужно сделать? Вот у меня семена. Вот они, видите, они у меня на наждачной бумаге. Семена крупные, как вы видите. И поэтому сейчас я наждачной бумагой начну проходиться по ним, да? Как бы не очень сильно, но как бы хорошенечко вот мы их так, чтобы разрушить оболочку. В общем, поняли, да? Наждачной бумагой проходимся по семенам мирабелиса, чтобы лучше они сходили. Ну, так, не особо зверствуя, но все-таки немножечко. Можете взять, вот, например, одну и потереть ее немножечко вот так вот. Вот дальше что? Вот мы немножечко нарушили эту оболочку. Дальше мы берем горячую воду и проливаем горячим кипяточком стаканчики. Вот они у нас горячие. И, ну, у меня здесь не крутой кипяток, а, ну, может быть, 70-80, пока сейчас она подостынет. И я немножко вдавливаю семяночки. Вот я сейчас по два буду раскладывать. Немножечко вдавливаю их в почву. Вот. Так, так. Сходят они неплохо. Чуть-чуть. Давливаю в почву. И они у нас будут расти в тепленькой земелечке. Вот, это у меня получилось 4 таких вот цветочка. Дальше, значит, я еще посажу вот такую кобею. Вот, видно? У нее семена вообще очень крупные, да? Вот такие крупные семена. И опять же, берем наждачную бумагу. И вот их уже хорошенько, чтобы не шуметь тут на камеру. Можно просто потереть вот так вот. Так разрушаем оболочку, чтобы им легче было прорасти. Вот я по одному. Так. В общем, я шуметь не буду. Вы поняли, да, что немножко мы проходимся наждачной бумагой по этим семенам. И потом, опять же, проливаем стаканчики с горячей водой. Опять же, не крутой кипяток здесь, просто горячая вода. И уже по одному раскладываем по контейнерам. Немножко вдавливаем эти семена. Так как кобея растет достаточно долго, зацветает она поздно, и поэтому
садить ее лучше раньше. Немножко вдавливаем в почву, в тепленькую. И это, естественно, мы все прикрываем пленкой. У меня под рукой пленки нет. Можно стеклами. Вот я, скорее всего, закрою стеклами. И все это оставлю на теплом подоконнике. Посмотрим, как у нас это все взойдет. И, в общем-то, на этом, наверное, и все. Такие вот небольшие хитрости вот для таких вот туго схожих семян, у которых очень плотная оболочка. Вот это такое небольшое видео, чтобы вы смогли посадить эти растения. Здесь я уже посадила просто. Вот такая вот небольшая болталочка. Садите цветы. Еще что хочу сказать, да, сейчас вот как бы у меня сад природный, в природном стиле, и поэтому я буду садить не по одному растению, а какой-то куртиной, несколько растений сразу, например, вот несколько растений мирабилиса, да, они такие достаточно фактурные растения, и поэтому, например, 3-4 растения в одно место. И так каждых растений лучше высаживать не по одному, а по несколько штук сразу. Так намного интереснее будут смотреться ваши цветники. И вот поэтому, наверное, пока все. До новых встреч. Будем что-то еще сеять. А пока, пока-пока. Растите цветы и будьте счастливы.